известный писатель, киносценарист, общественный деятель. Регалии, заслуги, награды Даниила Александровича Гранина не перечесть. Его имя навсегда закрепилось в истории страны. Его не стало 4 июля. Писатель ушел из жизни, но навсегда остался в сердцах многих ульяновцев. Даниил Александрович оставил колоссальное наследие. Оно полно гуманизма, патриотизма, суровой правды. Очень поучительно, открывает для библиотеки и для нас, для всех огромные возможности. Имя писателя носит всего две библиотеки в стране. Одна из них находится в Ульяновске на проспекте Гая. Имя Гранина было дано библиотеке номер 6 в рамках регионального проекта по присвоению библиотекам имен выдающихся деятелей Отечества и Симбирского края. Мы решили написать письмо Даниилу Александровичу. Мы писали письмо. С его благословения он нам дал свое разрешение на имя, присвоение имени. Мы с его разрешения 20 октября 2016 года присвоили имя Даниила Гранина. Даниил Александрович был в Ульяновске в далеком 1942 году. Здесь он проходил двухмесячные курсы в Ульяновском гвардейском танковом училище. О времени, проведенном здесь, он писал так. В Ульяновске я впервые почувствовал прелесть мирной жизни. Не стреляли. Также о своих воспоминаниях о нашем городе Гранин писал в повести «Мой лейтенант». Однако сам писатель считал, что истинный талант человека в другом. Доброта – это ведь вообще самый главный талант человека. Все остальное – это не так важно. За всю свою почти вековую жизнь Даниил Александрович был отмечен более чем 30 наградами. Его лучшие работы были экранизированы, а в прошлом месяце президент России Владимир Путин лично встретился с писателем в Санкт-Петербурге, где вручил ему государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.